ЛДПР предлагает национализировать все торговые сети продовольственной сферы, чтобы и основная доля в компаниях принадлежала российским гражданам. Все это поспособствует экономической безопасности страны, заявил Владимир Жириновский. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. Председатель партии уверен, необходимо ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. Это сахар, алкоголь и табак, ведь в большей степени они иностранного производства. Похожая ситуация и с сельскохозяйственными предприятиями, среди которых есть и иностранные компании. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет основной доход. В партии считают, что большая часть продовольственных товаров в России должны производить отечественные компании. Это главный залог обеспечения безопасности страны. Дмитрий Дроздов, День с толком.